Я люблю кататься. Мы каждый год с бабушкой ходим кататься на реку Зею. Теперь я могу один ездить и тут кататься. Не бояться то, что я провалюсь. Очень боялась, что все упадет, будут смеяться все, что что-нибудь еще случится. А так мне очень понравилось, это очень смешное испытание. Но минус, что потом будет грязно немного одежда от снега, но все растаяло уже. Самое главное, вот у меня сейчас за спиной, вы слышите, как, с каким удовольствием ребята на коньках катаются. А это здоровые дети, здоровое поколение, это здорово. Я вспомнила, что в 2006 году зимой мы открывали 19, всего лишь 19 площадок и катков. А сейчас уже подбираемся к 70 каткам.